сегодня хочу сделать такой небольшой видеоотчет и рассказать о том, что произошло за время с моего последнего отчета. Сегодня 12 мая, и у нас 81 день знакомства с Давидом, и сегодня был 21 сеанс. Так вот, за две последние недели у Дианы не было ни одной истерики. То есть, когда ей что-то запрещают, она, конечно, может там и похныкать, и поплакать, и подергать тебя. Но вот именно таких истерик, которые у нас были, настоящие истерики, по 15, по 20 минут, иногда по полчаса, там, ну, единственное, что ребенок только по полу не катался. То есть она орала, она там сжимала кулаки, вся тряслась, могла даже головой обо что-нибудь стукнуться. То есть вот этого у нас две недели уже нет. И тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, что это полностью ушло. Ну, вот как бы и все. И большое спасибо в очередной раз Давиду. И всем пока!